внимательно слушаем команды, соблюдаем правила, уважаем друг друга. Ударим ногами и коленями в голову. На 10 сантиметров выше своего оппонента Артур Полиян. Не хватаемся. Полбан приготовится. Но при этом, обрати внимание, Артур двигается весьма бодро и интенсивно. То есть порхает как бабочка практически? Порхает. Не знаю, как, какое насекомое, но порхает. Сразу Артур начинает поджимать. Боксера напоминает по манере ведения боя, нет, Артур Полиян, кстати? Вполне возможно. Хотя, значит, он как боевой самбист. Ну и, кстати, мы слышим подсказки из угла Артура. Подсказывает ему боксерские техники. Джеб апперкот. Да, ну и тем более мы видим, что Артур явно выше своего оппонента, поэтому можно пользоваться длиной рычагов. Не знаю уж насчет как преимущества в весе, у кого оно. Но удары он наносит весьма уверенно. Явно, что эта техника ему не чужая. Да, хорошо работает передней рукой. Вот так подкрадывается к сопернику по-боксерски, да, согласись? Вот именно по-боксерски. Он наносит джеб и делает такое небольшое движение назад. Причем вообще не бьет ногами совершенно. Никаких лоу-киков, я уж не говорю там про хай-кики или мидл-кики. Все пока на руках. И, кстати, Ломали Литиев принимает эти правила игры. Бой проходит стойки в невысоком темпе, ну а чего вы хотели, оттяжей. Раздергиваем. Смотрите, как на дальней дистанции пытается переиграть соперника. Фехтование левой рукой происходит у обоих спортсменов. Прям так и бросится лоу-кик с правой, ну согласись. Но пока нет. Такой бокс в клетке мы с вами наблюдаем. Вот сейчас Литиев ударил по туловищу такой пробный левой. Ну, если говорить о боксе, да, то после такого левого в прыжке сразу же летит правой в голову. Поджимает, поджимает Артур своего соперника. Ломали маневрирует по клетке. Не рискует пока Артур, не рискует атаковать с правой руки. Поэтому он находится вполне на дистанции нанесения ударов. Пока еще, вот смотри, есть определенная зажатость в действиях Артура. Руки не разбросал, вот совершенно точно. Потому он наносит удары и какие-то вот миллиметры держит, как будто вот держит руки, да? Вот чуть подальше их отпусти, расслабь плечи, и все пойдет сразу. А вот что касается его соперника, то Ломали Литиев пока не может подобрать дистанцию. Предпочитает действовать от соперника. И как молодой Тайсон не действует. Когда он раскачивал Тайсона, я имею в виду маятник, врывался на короткую дистанцию, разрывал апперкотами, боковыми ударами своих оппонентов. Полторы минуты до завершения первого раунда. Неплохо могло бы быть, если бы попал. И вот такой обмен, посмотрите. Колено пошло у Артура. Ломали сейчас сдерживает соперника. Прижат он к сетке. Разворачивает, очень грамотно разворачивает Ломали и выходит. Есть небольшое значит, повреждение есть у Литиева. Есть попадание. И есть рассечение, кстати, посмотри, под правым глазом у Ломали Литиева. Это неприятно, потому что сечка явно мешает Ломали. Мне кажется, Ломали начал тяжелее дышать. Требовать от Артура почтальон. Ну, левой рукой. А, не очень мне пока понятно.
интересно. На что он рассчитывает? На контратаку. На жесткий удар справа. Тогда нужно, мне кажется, под левую руку наносить оверхенд. С правой какой-нибудь боковой там или свинг. Могло бы пройти. Либо прерывать атаку джебом и развивать свою. Да, но пока Ломали не рискует. Не рискует. Но при этом Ломали наносит лоу-кики. Первый лоу-кик, кстати. Нет, это раунд. Был не первый лоу-кик. Это был, наверное, третий или четвертый лоу-кик. Я считал, Роман. Хорошо, верим в твоей статистике. Я, в общем-то, не претендую на звание главного статиста сегодня. 4-4. Но общая картина-то это не изменила? Нет, не изменила. Небольшое преимущество, я так думаю, что есть все-таки у Артура. Мне так кажется. Тут же выходит врач Лома Лилитеева для того, чтобы справиться с состоянием его рассечения. Он пока не может разбросать на руки Артур Полиян никак. Вроде бы он выходит на оперативный простор, создает себе момент для атаки, но чего-то не хватает, вот какого-то миллиметра зажат. Не хватает. Зажат. Да, да, мне кажется, тоже зажат, вот не может разбросать плечи прям, чтобы такой вот как заработал поршень такой прям. Кстати, в начале первого раунда Артур Полиян очень неплохо пробивал левый боковой. Ну так, достаточно опасно. Я думаю, что к этой тактике, к этому техническому действию тоже вполне можно было бы прибегнуть. Доктор осмотрел сечку у Ломали и по возможности разрешил продолжить этот бой, признав ее неопасной. Ну, конечно, вспомни, что было у Ричарда Тотрова, да, и сравни. Конечно, с таким рассечением боем продолжать можно и нужно. Вот на два джеба подряд пока Артур не решается. Одиночные удары. Но мы с Игорем уже говорили о том, что... Вот с такой дистанции бей не хочу, что называется. Руками, да и ногами. Ну вот смотри, вот такие взаимные раздергивания, да? Если это можно. Которые заканчиваются, собственно, раздергиванием. Да, то есть, да. Для чего ты дергаешь соперника? Да? Для того, чтобы понять, что он будет делать, и для того, чтобы там, ну, как-то подготовить свою почву для своей атаки. Но раздергивание ради раздергивания. Одно дело, просто пока решимости не хватает, видимо, ни одному, ни другому. Понимает, что тяжелый вес и случайное попадание может поставить точку в этом поединке. Пусть сейчас банальщину чистой воды рассказываю, но это так и есть. Кстати, это не просто тяжелый вес. На руках у спортсменов нет ни 12, ни 8, ни 10 унцовых перчатках, а фактически голые руки, потому как накладки для ММА весьма жесткий агрегат. Да, аксессуары. Вспомни, как Джабар Аскеров, который перешел из кикбоксинга в ММА, говорил о том, что вот как раз эти самые шингарды, накладки, они и делают нокауты еще более жесткими. Вот левый боковой на скачке, то, о чем мы говорили в перерыве. Он дергает, Артур дергает правой рукой, показывает, якобы будет бить правой, и в этот момент на скачке пробивает левую. И вот, наконец-то начал пробивать справа и получает Ломали Литиев. Артур, по всей видимости, ждал именно этого момента попадания. Да, но здесь еще нужно на самом деле не горячиться, а наоборот, с холодной головой попытаться доработать своего оппонента. Помнишь, как говорил нам Роман Кармазин в нашей передаче, что добить соперника – это большое умение, и этому нужно дополнительно учиться. Да, кстати, в нашей школе бокса добиванию не учили. Советской, я имею в виду. Ну, кстати, вот было попадание, в общем-то, ситуация была в руках у Артура, но он ее отпустил. Есть повреждение уха у Ломали Литиева. Попал низковато, да, сейчас боец из клуба «Ахмат».
Хороший левый боковой. Жесткий джеб. Такой он полубоковой, да, полупрямой получился у Артура. Ну а что же Лома Лилитиев? Ему нужно идти вперед. Попадает Артур. И посмотри, есть рассечение на ухе, да, у Лома Лилитиева. Кстати, довольно часто встречающаяся сегодня травма. Ну, по крайней мере, раза два точно. Вот такой обмен. И Лома Лилитиев приглашает соперника к жесткому размену. Болельщики, послушайте зал. Болельщики просто неистовствуют, они гонят Лома Ли вперед. Настаивают на продолжении банкета, спортивного, разумеется. Ну а, кстати, Артур Полиян не форсирует события. Вот пошел вперед Лома Ли. Ты знаешь, Лома Ли начал выцеливать. Он сделал ставку на одно точное попадание. Он идет вперед. Артур почему-то не хочет развивать свое преимущество, а у него есть преимущество, надо это заметить. Так можно все-таки и дождаться этого жесткого удара в исполнении Лома Ли, я имею в виду. Безусловно, да. Но пошел вперед. Пошел вперед, Артур. Есть Лома Ли. Попадание. Лома Ли идет с бэкфистом отвечать. Третий бэкфист за этот вечер, Роман. Хорошо. Устали спортсмены или, может быть, готовы силы на решающий спурт, на ключевой штурм? 15 секунд остается до конца боя. Если что-то надо поменять, то это надо делать прямо сейчас. Концовка была бы очень полезна для обоих спортсменов, безусловно. И вот Лома Ли летит, идет вперед, и обмен попадает, кстати, и Артур в этом обмене. Все. А вот ты знаешь, Игорь, здесь я бы дал дополнительный раунд. Вот серьезно. Я тоже дал бы. Несмотря на то, что вроде бы как чисто внешние повреждения у Лома Ли Литиева больше, но это такие, наверное, больше царапины, если серьезные гематомы. А в общем и целом очень трудно определить, кто здесь был сильнее в этом обмене, в этом боксерском поединке в рамках ММА. Ну да, если бы это был бы классический бокс, мы бы сейчас посчитали бы точные попадания, акцентированные удары, легкие удары и приняли бы какое-то решение. Здесь все-таки мы с вами, друзья, наблюдаем смешанное единоборство, поэтому качество ударов и количество ударов, наверное, не играет решающую роль. Давайте послушаем судейский вердикт. Кажется, Роман, ты угадал, будет экстра раунд. Вот что-то мне подсказывает. Но это было бы справедливо, наверное. Единогласным решением судей победа в этом бою по окончании двух раундов присуждается бойцу с синего угла Артур Полиян, Республика Крым. И ваши аплодисменты его сопернику Лома Ли Литиеву. Поздравляем, Артур.